заехали, и здесь рядом есть резиденция президента. Мы сейчас через нее прям проедем. Просто так, как законится. Вот мы заезжаем на территорию. Резиденции президента Визли. Как-то мне это странно. Красивые виды. Может быть, когда здесь отдыхает президент, здесь, конечно, все закрыто. А так все ездят. Это наши тормоза свистят. Я не понимаю, вот этот вот домик есть? Да. Не видно. Что-то не увидела. Не вот видно. Она, вот дом. Нет, дом. Вот вилла. Да не это и это. Вот президента. Проехали мы уже президентскую виллу. Это мы уже выезжаем. Вон справа. Замок Дольный. А, это замок. С флагом, видишь, на горе? А, вот. Вот она. Я не видела, куда везти. А вот, ну тут плохо видно. Вот мы остановились. Ну. Для меня это удивительно, что может здесь любой человек шастать, оказывается. Но президента, конечно, нет. Если есть президент, то нельзя. А так ходят, ездят. Чего не огорожено? Нигде нету стражи. Странно.